ремонт пульта. Для начала его надо скрыть. Хотя она большой роли не играет, но тем не менее, поскольку она есть, лучше снять. Так, продолжим вскрытие. Так, уплотнители. Сначала разбираем, теперь собираем обратно. Сразу же выкручиваем три самореза. Так. Проверяем. Включаем сопротивление и сопротивление СМД компонента. А должно быть 100 килоом. Поэтому его нужно будет сейчас выправить и заменить. Лучше всего, не перегревая плату, отпаять. Ну а теперь возьмем и припаяем обычное сопротивление.
Так. Вместо SMD компонента. Найдем красоту. И соберем все обратно, в обратной последовательности. Плотно насаживаем. Да. Я уже сделал. А? Да.
Не. Скотч закончился. Жалко. Ну, в принципе, сейчас смотаем. Минут через 10 можно будет отклеить. Вот и все. Весь ремонт.